Здравствуйте, мои разочарованные. Нет, их все еще никто не отменил. Я имею в виду понедельники. Так что мой нейропрогноз на 28 августа по-прежнему актуален. Пасмурное утро в городах Береза и Каменец просто отражает ваши лица. Днем небо прояснится, и вам тоже надо бы перестать хмурить брови. Плюс 24, облачно с прояснениями, слабый ветер, осадки маловероятны. В Барановичах и Малорите солнце весь день будет играть в прятки с облаками. Не осуждайте. Все иногда впадают в детство. До плюс 25 в Кобрине и Вацевичах. И это на 9 градусов холоднее, чем неделю назад. Заверяю вас, этот понедельник однозначно легкий. Плюс 27, облачно с прояснениями в Пинске и Лунинце. Я знаю, чем еще порадовать, торнадо, цунами и шествие Годзиллы не ожидаются. Плюс 24, плюс 25, плюс 26. Это я не цифры складываю, а озвучиваю температуру в Пружанах, Бресте, Драгичине и Столине. Оптимальные условия для всех видов деятельности. Остается еще жалоба на постоянную нехватку сна. Знающие люди советуют договориться с котом, чтобы он поспал за вас, пока вы на работе. А тем, у кого кота нет, придется или завести его, или научиться ложиться вовремя. Решайте проблемы творчески, и любой день станет хорошим. Берегите себя, увидимся завтра.